6-й Всероссийский фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад». Субботу, 13 августа 2016 года. Лучшие пиротехнические команды, участники всероссийских и международных фестивалей фейерверков и различных масштабных мероприятий, таких как крупнейшее российское мультимедийное шоу на воде «Алые паруса», фестиваль «Пиромюзикл де ла Мерча» в Барселоне, грандиозная церемония открытия Европейских игр в городе Баку, международный фестиваль фейерверков «Ростех» в Москве, московский международный фестиваль «Круг света», пиротехническое шоу на зимних Олимпийских играх в Сочи. Представляем вашему вниманию пиротехнические команды. Фейерверк-мастер. Большой праздник. Пиророс. Орион Арт. СЛК. Пирокласс. Дядя Гриша. Посетителей 6-го фестиваля фейерверков ждет насыщенная шоу-программа. На сцене выступят как местные, так и приглашенные музыкальные коллективы. Специальный гость – группа «Конец фильма». Где-то течет река, где-то дом, где все ждут нас носа. Смоленский звездопад – это семейный отдых. Здесь есть чем заняться. Детские площадки, аниматоры и аквагримеры для ваших малышей. Для взрослых – спортивные соревнования по народному жиму, армрестлингу, толчку, гири и волейболу. На территории базы отдыха «Ермак» будут предусмотрены платные и бесплатные стоянки для автомобилей. Бесплатные автобусы будут отправляться с центрального автовокзала. Въезд на территорию строго до 21.00. 13 августа. База отдыха «Ермак». Билеты в салонах «Евросеть» и павильонах «Ключ здоровья», а также на трассе Москва-Минск возле базы отдыха «Ермак» в павильонах «Зеленая карта». Подробнее на сайте www.smol-звездопад.ru. 6-й фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад». Приходи, все будет красиво!